Его поставить. Бойцы 15-го боя нашего бойцовского вечера. Боец в синем углу, обладатель Кубка мира по кикбоксингу, 22 года, роста 80 сантиметров, вес 75,9, рекорд ММА, 2 боя, 2 победы, представляющий школу Чинакалова, Ставрополь, Россия, Юсу Гаджиамаров. Боец в красном углу, чемпион России по полноконтактному рукопашному бою, чемпион СКФО по боевому самбо, призер чемпионата России по грэпплингу, 24 года, рост 180 сантиметров, вес 77,1, профессиональный рекорд ММА 7 боев, 6 побед и лишь одно поражение. Представляет бойцовский клуб «Беркут» Грозный. Эльдерхан Мачкаев. Ввиду неподготовки спортсмена красного угла, им удается 3 минуты, чтобы привести свою экипировку в порядок. Ну вот, пожалуйста. Пожалуйста, две минуты дали сейчас. И такое бывает, дорогие друзья, бывает, что поделаешь, подождем. Эльдархану Мачукаеву, чтобы а я лишь хочу вам напомнить, что мы все находимся на бойцовском турнире. Гран-при Беркут в новой бойцовской лиге Абсолют Чемпионшип Беркут. 8 этапов, впереди еще 6 этапов. Скоро мы узнаем, кто на этом ринге оденет и подымет пояс чемпиона в новой версии, бойцовской версии, Абсолют Чемпионшип Беркут. Ну что, все в порядке у Эльдархана Мачукаева, он готов к бою. Готов, конечно, и Юсуп Гаджиамаров, ну и Николай Шарипов, рефери. Сейчас этот бой у нас и начнет. Протокол взвешивания. Желтая карта объявляется бойцу из красного угла Мачукаеву Эльдару. Минус 1 балл от общей оценки баллов за первый раунд. Ну вот, пожалуйста, Эльдархан Мачукаев. Вот сначала приводил в порядок свою амуницию, ну а затем вот за нарушение при взвешивании объявили ему предупреждение, показали желтую карточку. А в общем, надо решать судьбу поединка уже, невзирая на то, что желтая карточка, увы, дает минус 1 балл. Удар ногой прошел. А в общем и целом у Эльдархана Мачукаева. Но пока еще присматривается Мачукаев к своему сопернику Юсупу Гаджиамарову. Поддерживает. О! Удар вроде бы прошел, но, судя по всему, все-таки в защиту попал Мачукаев. Бросил своего соперника на ринг, но, в общем-то, попался в захват сейчас Юсупа Гаджиамарова. Вот насколько этот захват стальной и как сможет освободиться. Нет, ну, уже вы видите... Мачукаев ушел от этого захвата. Захват был, конечно, одной рукой. В очень неудобной для Гаджиамарова позиции. Конечно, вряд ли там можно было говорить о каком-то удушающем приеме. Серьезном. Но вот сдерживает пока. Вот до поры до времени все-таки Гаджиамаров сдерживал своего соперника. Но что-то все-таки... Вот так вот! Не просто так, оказывается, решил подняться... Из партера у нас Эльдархан Мачукаев там попытался
всей тяжестью своего тела обрушится на своего соперника с ударом, конечно, выставив кулак вперед. Но вот снова удар сверху. И вот опять, наверное, попытается применить тот же прием. Нет, все-таки оседлал своего соперника. Хотя очень активно вырывается сейчас у нас Юсуп Гаджиамаров. Не получается у него в общем и целом, но удар вроде бы был нацелен у Мачукаева, но кулак прошел рядом с головой Гаджиамарова, который, судя по всему, очередной раз сможет вырваться вот из этого положения, но может попасться на удушающий прием Мачукаева. Все, попался. Вот так. Хотя вот я смотрю, по-моему, Гаджиамаров у нас недоволен тем, что случилось. И как-то Юсуп в сторону рефери. Да. Но, тем не менее, как говорил Лома Лизурушев, это ММА. На второй минуте 28 секунде первого раунда удушающим приемом победу одержал боец бойцовского клуба «Беркут» Ильхан Мачукаев.